И снова всем привет от канала Чумелые. Этот ролик мы решили посвятить, вот помните, столик мы сделали? Блин, офигенный стол, все хорошо, но как-то он, ну, немножко не так смотрится. Хочется каких-то вот доработочек, хочется какой-то красоты. Поэтому в этом ролике мы решили этот стол немножко преобразить. Покажем, как это сделаем мы, может быть, это зайдет и вам. Перед началом просмотра не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, сделать его сереньким. Ну и поставьте, пожалуйста, лайк. Канал Чумелые, доработка стола, как всегда, из говна и палок. Погнали! Столу, так же как и ножкам, потребуется, ну, какая-нибудь обработка, потому что, ну, я же молодец, вот это я все не обработал, забыл. Здесь столешница в целом обработана, но стоит ее, наверное, немножко еще пошлифовать, навести какой-нибудь красоты. Специально для этого было куплено насадка на болгарку для шлейф-дисков. Круги абразивные, 60-ка и 180-е. Кисточка и льняное масло. Ну и основной инструмент. Давайте зажжем. Но вид совершенно, конечно, другой, вообще другое дело. Идеально ровная поверхность, красиво, гладенько, как надо. Сейчас протираем, убираем всю вот эту пыль и сжигаем все нафиг. Так, от лишней пыли протираем тряпушкой. О, вот как красиво получается, слушайте. Все, стол заиграл новыми красками, мне это уже нравится. Это очумелый стол. Все лишнее, всю пыль после обработки убрали. Все, продолжаем. Ну что, давайте зажжем. Что-то стрёмно как-то, если честно, жечь недавно сделанный стол. Ну, попробуем, ладно. И вот теперь стол заиграл совершенно по-новому. Он выглядит просто офигительно. Чувствуешь себя художником на самом деле, когда рисуешь огнем. Это отличная вещь получилась, честно скажу. Просто бомба. Настало время масла. Начинаем покрытие льняным маслом. Вот такое вот маселко у нас было куплено в определенном магазине. Это не все, не реклама, просто все, что нашли. Короче, его наносим на дерево. И тут заиграла структура дерева. Все прожилочки стали видны. Вот, вот эта тема. Вот это хорошо.
ребята, как-то так. Офигенный стол. Я считаю, просто он заиграл отличными красками. Он как бы стал действительно полноценно столом. Красивым, функциональным. Ну, как бы больше красивым, наверное. Если не сложно, поставьте лайк за старание. И не забудьте подписаться на наш канал, нажать колокольчик, нажать лайкусик. Канал Очумелые закончили стол. Если вы поставите лайк, большое будет вам спасибо. Канал Очумелые скажет вам что? Правильно. Пока-пока и до новых встреч.